Кажется, у жителей микрорайона Девичья Сопка не должно быть претензий к властям. Дома новые, подъезды ухоженные и квартиры просторные. Но вот в доме номер 51 не все так гладко. Его жильцы уже четвертый год подряд добиваются ремонта в, казалось бы, новых квартирах. Например, у Ирины Козловской в каждом углу ее двушки живет плесень. Плесень там промерзает вот прямо с крыши. Когда плесень не дышит, вот внучата приезжают, кашляют постоянно, это же все на люстке. Стена постоянно холодная там, окна промерзают, вот эти вот подоконники постоянно мажем, зашпаклевываем, красим. Каждый год Ирина делает ремонт, клеит обои и закрашивает подоконник, но ненавистная плесень появляется вновь. Это чернота, это пустоты, то, что в квартире пусто. Это вот зал над окном, это тоже зал, правый верхний угол. Вот где она есть, плесень у нас в квартире, тут оно все снято. В июне 2013 года Центральный районный суд обязал городскую администрацию и компанию-застройщика «Развитие» сделать ремонт в квартире. Но уже прошло 2 года. Ситуацию так никто и не исправил. Анастасия Удовиченко, Анна Кулигина, ЗАП ТВ.